Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки. Для тапочек я использовала пряжу двух цветов, акрил 100% 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки вяжутся двухцветным узором и платочной вязкой. Тапочки вяжутся так. Сначала вяжем носок тапочек снизу вверх, дальше две боковины и в конце вяжем подошву и задник тапочек. На спице зеленой ниткой набрала 15 петель. Вяжем первый ряд. Первый ряд, все петли ряда лицевые. Второй ряд. Первая петля кромочная и следующих 6 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 7 петель вместе с кромочной и следующей центральной петли вывязываем 3 петли. Одна петля, накид, одна петля. Вывязали из петли 3 петли и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала второй ряд. Третий ряд, все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Четвертый ряд, первая петля кромочная, следующих 7 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 8 петель вместе с кромочной и следующие центральные петли вывязываем 3 петли. Петля накид, петля. И дальше до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Пятый ряд, все петли ряда лицевые. Провязала 5 рядов, следующих 16 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих 4 ряда. В каждом парном ряду из центральной петли вывязываем 3 петли, добавляя 2 петли в каждом четном ряду. Провязала еще 16 рядов, вместе у меня провязаны 21 ряд, на спице у меня 35 петель. Следующих 24 ряда буду вязать двухцветным узором. Вяжем первый ряд узора, 22 ряд. 22 ряд буду вязать коричневой ниткой. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт узора. Две петли провязываем вместе лицевой петлей. Один накид. Провязала один раз раппорт. И снова повторяем. Две петли провязываем вместе лицевой петлей. Один накид. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до центральной петли. Еще так провязываем 6 раз. 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Один накид.
провязала 8 раз раппорт, и дальше из центральной петли вывязываем 3 петли. Одна накид, еще одна петля. Дальше вяжем раппорт узора. 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И так вяжем до конца ряда. 2 петли лицевые, 1 накид. Провязала 22 ряд. Следующих 3 ряда с 23 по 25 ряд буду вязать коричневой ниткой платочной вязкой. Лицевые изнаночные ряды вяжем лицевыми петлями. В 24 ряду из центральной петли вывязываем 3 петли, увеличивая ряд на 2 петли. Провязала 25 рядов. На спице у меня 39 петель. Первая петля кромочная, и до центральной петли вяжем лицевыми петлями. Провязываем 19 петель вместе с кромочной. Провязала 19 петель вместе с кромочной. Из центральной петли вывязываем 3 петли. Петля накид, петля. И дальше до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 26 ряд. 27 ряд продолжаю вязать зеленой ниткой. Первая петля кромочная. И 18 петель провязываем изнаночными петлями. До центральных 3 петель. Центральные 3 петли провязываем лицевыми петлями. И дальше до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 27 ряд, 28 ряд продолжаю вязать зеленой ниткой, первая петля кромочная, и до центральной петли вяжем лицевыми петлями. Провязываем 20 петель вместе с кромочной. Провязала 20 петель. Следующей центральной петли вывязываем 3 петли. Петля, накид, петля. И дальше до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 28 ряд. 29 ряд продолжаю вязать зеленой ниткой. Первая петля кромочная, и до центральных 3 петель вяжем изнаночными петлями. Провязываем 20 петель изнаночными петлями. Провязала 20 петель вместе с кромочной. Центральные 3 петли провязываем лицевыми петлями. И дальше до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 29 ряд. Уже у меня связано 8 рядов узора. Дальше следующих 16 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих 8 рядов, повторяя схему из 22 по 29 ряд. Провязала еще 16 рядов. У меня получился носок тапочек. Дальше буду вязать боковины тапочек. Для этого провязываем первые 20 петель вместе с кромочной лицевыми петлями. Вяжем первых 20 петель лицевыми петлями зеленой ниткой. Провязала 20 первых петель. Следующие центральные 19 петель закрываем.
Закрыла центральные 19 петель. На левой спице у меня осталось 20 петель, и их провязываем лицевыми петлями. Провязала до конца ряда 20 петель. Теперь вязание разделилось на две части. Это будет две боковины. Начинаем вязать первую боковину. Боковину буду вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды буду провязывать лицевыми петлями и зеленой ниткой. Вяжем платочной вязкой 51 ряд. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Провязала еще 51 ряд боковины платочной вязкой. Закрываем все 20 петель. Закрыла все петли, одна боковина готова. Теперь приступаем к вязанию второй боковины. Крепим нитку и будем провязывать петли, отложенные на дополнительную спицу. Вяжем тоже 51 ряд платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем зеленой ниткой. Провязала еще 51 ряд, теперь закрываем все петли. Закрыла все петли, носок, тапочек и две боковины готовы. Дальше буду вязать подошву и задник. Для этого нужно сшить вот эту часть. Складываем полотно изнаночной стороной и сшиваем вот эту часть. Сшила эту часть полотна, теперь вместе буду вязать подошву и задник. Для этого нужно набрать петли. Подошву буду вязать коричневой ниткой платочной вязкой. Начинаем набирать с этого угла петли и набираем вот так. Набрала по краю петли. Получилось у меня 137 петель.
И дальше один ряд провязываем лицевыми петлями. Все 137 петель вяжем лицевыми петлями. Первая петля кромочную и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала один ряд платочной вязкой. Следующий ряд провязываем первых 63 петли платочной вязкой лицевыми петлями. Первая петля кромочная и 62 петли провязываем лицевыми петлями. Провязала 63 петли вместе с кромочной. На следующих центральных 11 петлях буду вязать подошву. Вяжем первый ряд подошвы. Первых 10 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд подошвы. Второй ряд разворачиваем вязание. Первая петля кромочная. 9 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд подошвы. Разворачиваем вязание и вяжем третий ряд подошвы. Первая петля кромочная и 9 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Разворачиваем вязание, вяжем четвертый ряд подошвы. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем вязание. Провязали 4 ряд. Провязала 4 ряда подошвы. Дальше продолжаю вязать по такой же схеме, как вязала предыдущих 4 ряда. Лицевые ряды провязываем кромочная, 9 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочная, 9 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей, до тех пор, пока на спицах не останется 11 петель. Провязала. На спице у меня осталось 11 петель. Вот такая подошва и задник тапочек у меня получился. Дальше закрываем все петли. Тапочек готов.